Здравствуйте, мои дорогие! Хотела показать вам свои вандочки. Две из них я уже показывала. Вот еще одна вандочка. Посмотрите, какие уже бутончики. Эта вандочка цвела у меня зимой. Такая вот красота. Как маленькие дятлики и какие-то птички. Вот ожидаю сейчас еще одного цветения. Гонит листик и разветвляет свои корешочки. Вот это новые корешочки за этот год, верхние, которые одноросли. Вот там еще лезет корешочек. Буду держать вас в курсе событий, как мы растем. Видите, какие хорошенькие. Красавчики. Ну, вот так потихонечку первый бутончик пошел. Появилась вот такая красота уже. Три бутончика отсохло. Ну ничего. Надеюсь, остальные распустятся.
какой цвет у нас на сегодняшний момент стал. Зимнее цветение от летнего, конечно, отличается. Сейчас он почему-то какой-то такой весь стал закрученный, воздушный. Зимнее цветение было немножко другое. Но все равно он очень красивый. Жалко, конечно, что поуходила куча цветочков. Мне очень нравится его бархатная структура. Его действительно структура отличается, допустим, от других моих ванн. Она какая-то переливающаяся, и они прям вот действительно даже на ощущение листики немножко другие отличаются. И имеют небольшой приятный аромат.